ранг они. Я вам скажу, очень интересные, кстати, соперники, и я думаю, мы увидим яркую борьбу. А я вижу, что поменяли. Да, у нас на втором татаме Артур Хапцев и Роман Бобиков. Вот на втором татаме совершенно. А на третьем татаме Александр Антонов, Никита Дибрин. По всей видимости, да, Никита там... Дибрин получил травму и не вышел на Антонов Александр. Татами, да. Ну и, соответственно, в связи с этим решено на второе татами перенести схватку представителя Свердловской области. Вот, смотрите, Ипон. Не успел очень, я представить. Очень интересная борьба, да, опытнейший спортсмен. И в итоге очередная медаль в активе Челябинской области. Роман Бобиков за 35 секунд решает схватку в свою пользу. Отлично, четко, быстро, красиво. Сейчас мы обязательно увидим еще раз этот бронзовый бросок. Романа мы довольно-таки часто видим на пьедесталах почета разнообразных соревнований. Посмотрите, как подловил. Здорово. Очень опытный спортсмен. Вот с другого ракурса, пожалуйста. Убрал ногу и вывел из равновесия как раз вот тот момент, когда